Казанском федеральном университете продолжаются выпускные. На этот раз документы об образовании получили учащиеся IT-лицея. Смотрим. У меня впечатление пока очень положительное, оно, конечно, еще не началось, но вот эта вся подготовка очень волнующая, очень пока торжественно все. Но пока все нравится, пока очень хорошо. В предвкушении. В предвкушении сегодня находится 70 учащихся IT-лицея. Из них 20 золотых медалистов, а также 100 бальники, победители и призеры всероссийских и международных олимпиад. На торжественной церемонии вручения аттестатов поздравил ребят с радостным событием президент Академии наук Республики Татарстан Мякзюм Салахов. Я вас всех поздравляю с этим знаменательным днем. В самом деле для выпускников это памятный день. Он запомнится на всю жизнь, как мы запомнили все, как мы школу заканчивали. На праздничном концерте на одной сцене оказались не только нынешние, но и прошлогодние выпускники, а также те, кому еще только предстоит сдавать экзамены. Ребята подготовили музыкальные, танцевальные и театральные номера. Для нас как бы очень важно, чтобы это они помнили. Этот патриотизм, этот дух университетский они впитали и хранили всю жизнь. Очень хочется, чтобы они дальше возвращались к нам. Я им всегда говорю, что двери лицея, они открыты. Мы очень хотели бы, чтобы они педагогами, учителями, наставниками, олимпиадными тренерами возвращались. Как рассказал директор лицея, многие ребята планируют продолжить учебу в Казанском федеральном университете. Отметим, что этот год особенен и тем, что это первый выпуск лицея в статусе специализированного учебно-научного центра. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.